Все-таки не договорились они о гриппе, поэтому дальше будет битва в рефери грипп. То есть судьи сами будут фиксировать им руки. Укладывать руки, пальцы и позицию. Ошибка, фол для Олега Жоха, соскочил локоть с подушки. Главным судьей у нас выступает Дэвид Шит, который является хед-рефери Европейской Федерации армрестлинга. Продолжаем битву в рефери грипп. Никто не хочет уступать. Ich nehme nur was ich diese, tot auf wenn ich dich zerkstich mit meinem Mund. Greșeala de cod pentru Alan Makeyev. Fall для Алана Макеева. Итак, у каждого из них по фолу. И продолжается битва. Опять же рефери грипп. Получается решающий матч. Если кто-то совершит ошибку, будет проигрыш. Оба спортсмена об этом знают, поэтому будут очень внимательны. Алан приехал к нам из России, Олег из Украины. Оба хотят выиграть.